самая распространенная линейка динаметрических ключей щелчкового типа с трещоточным механизмом. Все эти ключи, за исключением одной позиции, работают в одностороннем варианте, только на закручивание. Вот. Имеют регулировку предустановок в ручке в ньютонах на метр и фиксатор. Посмотрим его на стенде. Установим ключ на срабатывание 100 ньютонов, фиксируем, устанавливаем ключ на стенд, создаем усилие. После использования ключа очень важно, чтобы он находился в нулевом положении. Не соблюдая это, механизм вытягивается, и он начинает врать. Еще важно, что ключ этот не должен использоваться при откручивании, как усиленный вороток, и не превышать допустимые им предельные значения. Вот. После 1000 циклов желательно проверка на стенде с регулировкой. Так, очень удобный и хороший ключ. Существует несколько разновидностей данных ключей. Разница лишь в том, что в этом шкала регулировки имеет стрелочку, что удобно в использовании. И фиксатор, соответственно. Минус этих ключей, что они работают только в одном направлении. Для этого существует ключ динаметрический, который работает в трех положениях: на затягивание, фиксированное и на откручивание. Выставляем ключ на значение 100 ньютонов и проведем тест на откручивание. Вот у нас щелкнуло на 100 ньютонах. А на приборе у нас 99,3. В принципе, неплохие показатели на откручивание.